Лего-война в Сирии. Так. Вот это, блядь, мне интересно, что это. Блядь, ну вот это нахуя нужно было писать? Блядь, ну нахуя? Сука, ну вы блядь, ну зачем это писать название нахуй? Сирия, 15 марта 2016 года. Российская армия... Блядь, я тут что, пришел книжку читать, что ли? Осуждаю, блядь. Уберите этот текст с экрана, нахуй. Блядь, не могу, сука, у меня еще и мышка падает какого-то хуя на пол. Хватит. Все нормально, чат. Бля, ну я не могу это воспринимать серьезно. Доброе утро, бойцы. Садись. Через два дня... Сделано, кстати, заебато. Наши войска начинают операцию по освобождению Пальмиры. Подходы к городу уже зачистили. Однако, вчера со спутника увидели, что в небольшом городке, который стоит на шоссе, двигались какие-то машины. Город давно уже... Это сиська, блядь? ...был пустой, люди все ушли. Повторное обследование беспилотниками ничего не дало. Бля, они даже блюр настраивают. Ебать у них качественно все. Но штаб требует... Это мистер Еблан? ...чтобы была гарантия того, что из этого города не обстреляют нашу колонну при наступлении. Значит, наша задача убедиться, что город пуст. Мы должны... Бля, у чела голос на Васю раз-два похож. Бля, не знаю, но пиздец, реально очень похож. Прошерстить улицы. Если вдруг что обнаружим, то проводим разведку, а потом вызываем артиллерию. Задача ясна? Через час выдвигаемся. Чего, блядь? Это разве так работает? Типа объясняют задачу, и через час они уже едут на... это же, блядь, не так работает. Их же готовят долго. Чё за хуйня, блядь? Это же не так работает, типа. Зачем чё за хуйня? Детей ешь? Я не ем никого. Чё за... А, это типа скорпион. Это скорпион, блядь, такой уёбский. Ебать он сральник. Ребят, ФНАФ вы знаете, при каком условии. Никаких других. Никак и не иначе. Блядь, ебать, пушки охуен. Если бы у меня в детстве было такое лего, ебать, я бы, наверное, ну, был бы самым лучшим у себя, типа, в классе. Смотрите, калаши, вся хуйня. Я в детстве просто вставлял какую-то палку ебаную, типа, лего-человечку, и все, уже автомат. Бля, громко, сука. Бля, уже какая-то музыка. Бля, ладно, музыку у меня только кроме Off Hello ничего в голову не приходит. Блять, что за паста? Добро пожаловать в Ирак. Не надо! Нихуя, блять. Так, машины оставляем здесь, чтобы не засекли. Дальше до города 5 километров пешком. Гангадзе и Темников, остаетесь здесь. Кто, блять? Держите связь со штабом, если что, забирайте нас в точке эвакуации. Оружие и боеприпасы берем по максимуму. Все, выдвигаемся. Ебать, они ходят, их долбоёбы. Спасибо, Самку. Бля, как же анимация тупорылая. Да и это не обговаривается, рофла не было. Так, вроде город пустой. Давайте, бойцы. Не забываем, что каждый... Город пустой, блядь. ...свой сектор. Вперед, пошли. Охуенно за угол выглянул, блядь, он уже... Блядь, без какой-либо музыки это так идиотски выглядит, это пиздец. Блять, этот сериал полная хуйня, я уже с первой серии это вижу, но это вообще пиздец. Блять, я не могу смотреть это после событий в Перми, блять. Вообще не могу, блять. Вот прям вообще не, блять, ни в какую нахуй. Капитан, тут движение. Вижу каких-то людей, внешне похожи на гражданских. Да, это будет... Нужна музыка из Call of Duty или из Battlefield? Ну-ка, сейчас. Больше на гражданских похоже. Ебать, сразу атмосфера! Боёв-то не было уже больше месяца.
Дозор, прием. Это гараж. Как слышишь? Слышу тебя, гроза. Это дозор, прием. Дозор, сообщите в штаб, что в городе обнаружены люди, но по виду гражданские. Продолжаем разведку. Конец связи. 415-я база, ответьте. Бля, ебать музыка вообще в тему, нахуй. Все, выдвигаемся. Давайте, мужики, Россия с вами. Так, а это кто у нас? Егоров. Ебать в тайминг музыка. Интересно, это Эгиду или сирийская оппозиция? А мне какая? Нихуя! У меня есть приказ. Мы убиваем всех, кто против вас. А кто хороший, кто плохой, не плевать. Дозор, это гора, срочно в штаб. Тут куча вооруженных людей. Не знаю, кто это, но явно не сирийская армия. Сейчас... Блять! Контакт! Пиздец. Черт, а вот теперь нас, кажется, засекли. Уходим отсюда. О, да музыка заиграла, наконец-то. Все, тихо. Поехали. Ахтыгам! 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 Запроси эвакуацию вертушками. Осуждаю, блядь. Едет машина. Нас не заметили? На всякий случай осуждаю. Да, нас заметили. Блядь, я не могу. Блядь, вот на дачу едут с рассадой, блядь. Ебать, нихуя. Капитан, штаб сообщил, что эвакуация невозможна. Большой риск для... Красавцы, мужики. Свежие снимки показали. Здесь большое скопление боевиков. Ебать, у чела голос охуенный. Ков, нам нужно самим выбираться. Ясно. Валим отсюда. Нужно добавить... Блять, по сравнению с вот с этим, у этого вообще голос просто пиздец. Машин. Что такое вообще Ахтыгам? Мне кажется, сейчас пизда наших кого-то хлопнут, мне кажется. Блять! Пацаны! Блять! Хорош! Бля, наш ранен. Блять! Ебать, он... Это СВД у него? Бля, уже двоих потеряли, пиздец. Черт, у нас два раненых. Док, насколько все плохо? Нам валить нужно, иначе нам крышка. Все? Что-то не понял ничего. Братан, уходи! Отпустите меня! Че, еще одну, может? Вторую посмотрим? Что-то интересно стало, пиздец. Ультра-мега-ласт! Ультра-мега-ластовая. Бля, ебать прикольно. О, они музыку добавили. Основана... Сейчас, заново. Основана на реальных событиях. Часть вторая. Сирия, 17 марта 2016 года. Это за соупа! Бля, нас носят же. Вот, мне нравится, короче, давайте выберем человека, который, за которого мы болеем. Мне нравится вот этот чел со снопой в кепке. Я надеюсь, что он, типа, до конца будет жить. Мне он очень нравится. Хорош. Черт, у нас два раненых. Док, насколько все плохо? Нам валить нужно, иначе нам крышка. Ебать, их приехало! А чё он такой довольный, блядь?
музыка кончилась, блядь. Вы хотя бы, я не знаю, хотя бы говорили бы. Во. Гачи бас. Ой, блядь, сейчас наших накроют, блядь. Что у тебя, док? Один с легким ранением, а вот Кузнецов плох, очень плох. Пробито легкое. Диванные войска. Я сейчас сделал, что мог. Провести его нужно очень аккуратно. Ого, голос мужчины. Понял. Теряем времени, выдвигаемся. О, ебать, этот заряженный Кент. Бля, ебать, они поранимированы охуенно же, да? Мы потеряли скорость. Надеюсь, боевики не знают, где мы находимся. Охуенно проанимировано, мне прям очень нравится. Давай, Кент. Че ты в меня целишься, блядь? Сзади! Вот они нас нашли. Ебать, их гораздо больше, блядь. Мы не уйдем с ранеными. Прохоренко, Семенов. С ранеными? Со мной. Прикрываем отход группы. Есть. Рад, что меня выбрали. Повеселимся. Есть. Продержимся сколько надо. Док, вали. Бля, ебать, у некоторых голоса охуевшие. Задержим. И музыка подходящая. Чтобы готовили авиацию. Пусть готовят удар. Давайте, мужики. Ну что, ребят, напряжемся. Патроны расходуем с умом. Они нам еще пригодятся. Давайте, пацаны. Ебать, красава! Нихуя он в подкате дает, блядь. Хорош! На нахуй! Блять, у них пизда! Бля, ебать, чел эффект охуенно сделал, пиздец. Вообще, блять, охуенно сделано. Пиздец круто. Блять. Надо снять челана с пулеметом. Давай, бро. Примерно так. Давай, снайперский выстрел. Ебать, он ему бошку. Блять, короче, я болею за этого чела в кепке, он охуенный. Надеюсь, он до конца будет жить. Ебать, он красава, блять. Осторожно! Блять! Капитан! Кэп! Шефа подстрелили. Он... Так, срочно музыку грустную. Ранен. Семенов, бери капитана и уноси его отсюда. Я прикрою. Давай ты спасай его, а я останусь тут. Прикрою вас. Это приказ. Без капитана. Не могу сатанивать. По званию. Ты берешь капитана и тащишь его к нашим, а я отвлеку. Понял? Ладно, я понял. Мы уходим. Только это. Постарайся не умереть. Движение рэперов. Бля, батькин, ты заряженный, пиздец. Я же говорю, что он один из главных персонажей. Видите, его историю показывают. Не, ну он в соло не остановит конвой. Да Кент, блядь, пизда ему, его сейчас на крыше запрут, блядь. Хорош! Ебать, он плыл нахуй на лодке. Бля, ебать, он жесткий. Ну что, потанцуем?
Я не могу, меня сейчас хуй вставит. Ебать, он крутой. Это пиздец. Да так, надо же позаряженную музыку. О! Я сейчас немного пошумим. Опачки! На нахуй! Бля, чел еще красава. Бля, мне кажется, он умрет почему-то. Он слишком герой, мне кажется, он умрет. Пизда. А, еще пистолет есть. Ебать! Готов авиаудар. Самолеты готовы и находятся в зоне удара. Нужны координаты или визуальный сигнал? Пусть ориентируется на красную ракету. Повторяю, нужен удар по красной ракете. Умрет как герой. Как далеко ты находишься от точки удара? Ты должен покинуть зону обстрела. Вы не поняли, я вызываю весь огонь на свою позицию. Я вызываю огонь на себя. Огонь по ориентиру, красная ракета. Снесите все тут. Ебать, меня до мурашек пробрало, чёртовой, блядь. Чёртовой матери! Вот черт, Проха, мне очень жаль. По твоему сигналу отработает авиация. Что это? Не, блядь, извините, конечно, но это... Не, это какой-то бред, блядь. О! Работает авиация. Зря смеешься. Тебе это не понравится. Прохоренко, ракеты пошли. Сашка. То есть это настолько на реальных событиях? Охуеть. Увидимся в следующей жизни. Молодой парень причем. Ебать, меня до мурашек аж. Не желая сдаваться в плен, вызвала удар на себя. Охуеть. Не смешно даже. Ебать, меня что-то до мурашек пробрало нахуй. Вот это обязательно, блядь, было вставлять, нахуй, в концовку грустную, в грустную концовку, блядь. Вот это, нахуй, обязательно было, блядь, автор, нахуй. Блядь. Я что-то не хочу больше смотреть, теперь грустно.